Текущую экономическую ситуацию можно назвать вполне стабильной, поэтому крупные траты объяснимы. Пожалуй, главная рекомендация, которую мы обычно даем в таких случаях, не расходовать большую сумму из семейного бюджета разом. Одним из вариантов здесь может быть кредит, когда возвращаете средства банку небольшими частями. Если вы не намерены останавливаться на одном лишь ремонте, а хотели бы купить домой новую мебель, технику или просто хорошо отдохнуть, кредитом на малую сумму здесь не обойтись. Сегодня банки охотно предлагают большие деньги наличными. Получить их можно без лишних бумаг и траты времени. Среди линейки продуктов банка «Восточный» выделяется кредит «Большие деньги». Его преимущество в том, что, предоставив всего два документа – паспорт и справку 2 НДФЛ – можно получить до 500 тысяч рублей по ставке 14,9 годовых процентов. Одобрение займет от нескольких минут до часа, поэтому уже в день обращения можно будет ехать за покупками. Крупные траты всегда лучше с кем-нибудь разделить. И надежные финансовые организации – один из удачных вариантов для сотрудничества. Ведь именно они готовы предоставить своим клиентам большие деньги на вполне комфортных условиях.